А теперь об отдыхе во время работы. Красноярские спасатели начнут заниматься овощеводством и пчеловодством. Таким образом, в МЧС решили возрождать советские традиции. При пожарных частях организуют пасеку, также пожарные будут разводить птиц, животных, выращивать зелень и овощи. Все это необходимо для, цитата, «организации более калорийного и разнообразного питания личного состава. Продукты животноводческого и растениеводческого труда пойдут на стол дежурных караулов, которые несут службу в круглосуточном режиме», конец цитаты. При этом, как утверждают в МЧС, прямым обязанностям сотрудников это никак не помешает.